Всем привет, друзья, с вами Корвет, и мы продолжаем играть в Криофал. Значит, я сейчас на базе, тусуюсь, я пособирал очень много ресурсов. К сожалению, до стекла я так и не дошел, я не нашел стекло, где его можно раздобыть. Вот, но я сделал булаву, и я понял, что вроде как можно попробовать зарейдить тот дом моего соседа, который был неподалеку. Вот, этим мы сегодня и займемся. Я оставлю немножко ресурсов на базе, которые мне не совсем нужны. Но, допустим, медную руду нужно скинуть вот сюда. Вот здесь вот она у меня сейчас печется. Мы ее скинем вместе с бревнами. Пускай все это дело здесь делается. Вот, ну а все остальное тогда придется взять с собой. Ибо сейчас этим заниматься, именно как-то все это дело распределять, времени нету. Поэтому мы берем это все с собой. Дальше мы... Подожди. Вот это, во-первых, я хотел собрать. Так, нет, стоп, подожди. Давай еще пока останемся на базе. Я хотел по технологиям разобраться. У меня почти 500 очков технологий. Это мне все в основном дали за квесты. Я очень много сдал всяких разных простых таких квестов. Вот, кстати, смотри. Произвести необработанное стекло. Практически бесконечный запас песка можно найти в любом морском берегу. Пепел можно получить после сгорания дров, изумленных веток. Вода требует использовать водосборные колодцы, были немножко кипятить воску. Вот, в общем, необработанное стекло мне нужно где-то сделать. По идее, оно должно быть где-то здесь. Рецепт мне брал... Песок и пепел мне нужен, чтобы сделать стекло. Тогда погодь, подожди, песок и пепел, да, чтобы собрать песок, мне нужна, наверное, какая-то лопата. Это было бы логично, есть у нас тут лопата? Лопаты я не вижу. Вот что-что, а лопаты нет. А чем тогда собирать песок? Может быть, лопату можно изучить? Производство. Так, погодь, тут же все написано. Чего я, блин, это... Необработанное стекло. Практически можно платить на мечтом или морском берегу. Ну, не написано, что его надо. Ну, вот это вот, видимо, песок, да. Но я его собирать не могу, по-моему. А, все, его можно топором просто собирать. Может быть, киркой будет как-то поудобней. А, вот, киркой можно собирать кучу песочка. Пепел у меня имеется. Спросишь, для чего мне это надо? Мне это надо для того, чтобы сделать патроны. У меня есть ружо, которое мы сделали на прошлом выпуске. И к этому ружу мне нужны патроны. Патрик, чтобы сделать, мне нужна бумага. Чтобы сделать бумагу, мне нужно стекло. Вот так вот. У нас здесь бумага делается из стекла. Вот так вот все странно и нелепо. Так, а вопрос. А где мне делать это стекло? Вот, да? Нет. Подожди, нет. Может быть, здесь? Нет. Наверное, в плавильной печи. Да, в плавильной печи это делается. Ну, можно, в принципе, тогда поставить вот таким образом. Это мы убираем, это мы кладем, и мы кладем, что еще? А, песок. С чего пошло дело. Значит, а сколько там надо стекла, чтобы... Блин, надо посмотреть, сколько надо, чтобы сделать... Подожди, вот здесь, да? Значит, у нас 10 патронов, это, насколько я понимаю, да, работает как-то так. То есть 10 патронов делается за 5 бумаги и 3 ниток. То есть я могу сделать 20 патронов сейчас всего, потому что у меня... А, не, я могу сделать больше. В принципе, да, я могу сделать больше. Я ж насобирал вне записи кучу ресурсов, точно. Я ж тебе забыл об этом рассказать. Или я тебе рассказал вначале, я не помню. Значит, мы делаем вот так. Вот, я собрал вот это серый и нитрата калия. Пособирал, побегал. Вот, так что все окей. Это мы все делаем. Это у нас все имеется, как оказалось. Я могу 50 сделать. 50 сделать. Да, 50 могу. 50 патронов могу сделать. Ну вот 50 это уже неплохо. Значит, нитки у меня есть на это дело. А, или подожди. Ну да, нитки есть. Мне надо бумаги единственное. Много, получается 10, 5, 25 бумаги, да, мне нужно. Да, 25 бумаги, то есть
5 штук мне надо. 5 штук бумаги мне надо. Точнее, 25. 25 бумаги мне надо. Бревна и бутылка. Одна бутылка с питьевой водой. Делает 10 бумаги, и я возвращаю себе пустую бутылку. Вот как это работает. А пустую бутылку, подожди, сделать что надо? 10 стекла, вот, все, 10 стекла мне, короче, нужно, чтобы сделать одну бутылку. Надо 10 стекла. У меня 55 стекла, все, мне этого хватит. Значит, мы меняем рецепт тогда на... железный слиток. Продолжим делать железные слитки. Медные я, в принципе, сделал. Теперь надо продолжить с железными. Вот так вот. Это мы все забираем. Вот сюда. Все, открываем. Делаем вот так. Далее мы идем, делаем бутылку. Блин, как все сложно. Крафт, конечно, здесь прям дело такое себе. Дело тонкое. Наверное, даже две бутылки. Или, ладно, пока одну сделаем. Значит, делаем бутылку, далее наливаем в нее воду из водосборника, то есть получается вот так мы, оп, бутылочка готова. Далее мы с этой бутылочкой идем сюда, делаем бумагу одну, все, и мне надо 25 таких бумаг, то есть мы кидаем еще бутылку. Делаем вот так. И мне надо еще одну кинуть. Но у меня не получится, потому что слишком мало воды. Я так понимаю, мне надо 10, чтобы здесь было, да? То есть, когда здесь будет 10, тогда у меня наполнится бутылка. Но пока... это типа надо подождать немножко. Мне 5 бумаги осталось, чтобы я смог сделать максимальное количество патронов. 50. 50 патронов, и я смогу пойти поохотиться. Мне очень хочется на этом выпуске, ребят, поохотиться. Мне хочется попробовать зарейдить тот дом и поохотиться на волка, который здесь рядом находится. На змею, которая тоже здесь рядом находится. Они стоят в таких местах. То есть они мне условно запрещают ходить там, где мне хочется ходить. Вот, поэтому мне бы очень хотелось бы с ними разобраться. И очень хотелось бы разобраться именно сегодня. Значит, теперь мы делаем патроны максимально вот 50 штук. Все, как я и говорил, делаем 50 патронов. И у нас тут чуть ничего не появляется. Но патрики уже имеются. То есть мы делаем вот так. Вот как оно работает. Все, зарядили. У нас один патрон всего лишь, да? И, видимо, перезарядка тут очень долгая. На правую кнопку ничего не работает, на левую, скорее всего, я буду стрелять. Патрики крафтятся, и пойдем попробуем, как она шарандашит. И, то есть, мы сейчас поохотимся на волка, который где-то вот здесь вот у нас был внизу, вон он. Я по нему попал или нет? Я не знаю. О, отлично, слушай, супер. И у меня еще прокачалась охота. Ну вот, например, на какую-нибудь курочку нападать с него, ну такое себе, да, потому что патроны пока мне очень дорого обходятся. А вот на каких-нибудь змей, волков, вот это да. Вот это, конечно, отлично. Слушай, ну если я таким способом смогу быстро себе прокачать... Так, братец, а ну-ка. Я промазал, а почему? Потому что он, наверное, внизу? Нет. Вот сейчас я по нему попал. Попал. По волку было 3 попадания, поэтому не знаю сколько. 3 было попадания, 4 попадания. А у него половину хп только отняло. Офигеть. Так волк получается слабенький, да? А вот это, конечно, чучело уже посерьезнее. Иди сюда, говно. А я его так добью. Вот единственное, с пауком я не хочу связываться. Он 100% ядовитый. 100%. Он меня отравит, и я буду течь потом ходить. Ха-ха, кровотечение получил, говно, паук? Беги, беги, спасай свою жалкую жопу. Тихо, тихо, тихо. Только наверх не беги.
Все, добиваем. Это был ползун, это даже был не паук. Хотя, может быть, и паук. Просто его так называют, ползун. Есть контакт. Все, добыли всякое. Добыли всякое интересное. Здесь тоже деревья соберем. Отлично, слушай, ружье мне прям понравилось. Шарандаши достаточно неплохо. Единственное, что патронов, конечно, надо много. Еще интересно попробовать скрафтить арбалет. Чтобы посмотреть, там заканчиваются ли стрелы. То есть, если я буду стрелять с арбалетом, мне придется постоянно покупать, ну, типа, постоянно крафтить новые стрелы, или я смогу, как в ходячих мертвецах, выстрелил, подошел, вытащил стрелу, пошел дальше. Это было бы прикольней. Ну, это было бы не прикольно, это было бы более реалистичнее. Вот. Теперь, я скрафтил, значит, такую медную булаву, которой я хочу попробовать зарейдить вот этот дом. То есть... попробовать сломать вот эту дверь. Она вообще сломается? Я вижу, что она ломается. Но ломается она прям крайне долго. То есть это либо оставлять вот так... Чего? То есть когда ты бьешь об... Блин, а я об этом даже не думал. Короче, когда ты бьешь по... строению чужого игрока, твои предметы гораздо быстрее изнашиваются. Вот оно как работает. Поэтому его, видимо, никто и не зарейдил, потому что тут никого нету, кто бы мог его базу зарейдить. Судя по всему, чтобы зарейдить даже вот такую вот маломальскую базу, нужны какие-то, ну, условно, гранаты, наверное, базука, не знаю, ракеты, что-то такое, мины, С4, то есть какие-то такие предметы. Обычным топором, условно, или каким-то более-менее улучшенным, улучшенным инструментом ближнего боя здесь не обойтись. Но это, с другой стороны, хорошо. Меня, значит, тоже не быстро, не скоро зарейдят. Вот, это тоже, в принципе, какой-то да плюс, да? Но я бы все-таки хотел кого-то зарейдить. Очень жалко, что это не получилось сегодня сделать. Ладно, зато опробовали винтовку. Это тоже было очень интересно. Мне на это тоже хотелось посмотреть. Так, существа, да? Три существа у нас открываются. Мы переходим в технологии. Сейчас будем чуть новенькое изучать. Значит, а что у нас? Масляная лампа, это я не буду. Испаритель я не буду делать. Дальше смотрим. Здесь лом, нож, масляная лампа. Пока не будем делать. Готовка. Тут я тоже, в принципе, все сделал, что мне надо. Защита. Вот я бы хотел бы что-нибудь, может быть, из защиты сделать новенькое. Тут клей везде нужен. Деревянные доски, нитки. Плетеный шлем. А, это шлем с фонарем. Да ладно. Костяная броня, рогатый костяной шлем, закрытый костяной шлем. Клей нужен, нитки, кость. Короче, тут надо клей изучать. Фермерство. Инструменты охотника. Это что такое? А что это за инструменты охотника? Охотника на кого, блин? Деревянная лейка, ящик с перегноем, медная лейка, семена огурца. Огурец, песок, помидор, песок. Хорошо, дальше. Атака. Ну, здесь тоже, в принципе, попробуем. Ранг 2. Основные технологии, специализированные технологии. Основные технологии. Вот, допустим, химия у нас есть. Порошок какой-то, топливные поленья, серная кислота, резина, азотная кислота. Ну, это типа просто всякие... Вот, строительство из камня. Вот это мне интересно. Точка контроля второго ранга мне нужна, да, судя по всему. Это мне надо улучшить, то есть мне надо улучшить вот эту. О, подожди, улучшить. Площадь, задержка уничтожения. Для улучшения требуется знание. Так, подожди, по технологиям. То есть это строительство, это вот так исслед... А я не могу, почему? Требуется строительство ранг 1 со 100%. А, мне надо типа вот здесь все технологии исследовать. Судя по всему. Ну вот смотри, я тут изучил строительство на 100%. Я перехожу сюда.
А, вот, все, теперь могу. То есть мне надо было изучить предыдущее строительство на 100%, чтобы открывать следующее строительство. Вот, точка контроля, получается, да, у меня изучена. И вот каменные, типа, строительство из камня. Вот, что я хотел делать. Железная дверь, смотри, есть даже. Прикольно, сухая цементная смесь. Ну, блин, в принципе, это как бы несложно все сделать. То есть здесь такие постройки, которые... Ну, у тебя все под боком. Железо, металл, как бы... Если, допустим, в эту игру играть вдвоем, то железную какую-нибудь такую более-менее нормальную базу вообще можно очень быстро сделать. Железный ящик, деревянная бочка, стол мастера, стальной ящик, колодец. Давай железный ящик прокачаем. Тут уже 20 очков, видишь, надо. То есть там надо 5, здесь уже 20. Бочка, не знаю, зачем нужна. Стол мастера тоже пока непонятно, зачем нужен. Ну все, отсюда мы тогда выходим. Электричество. Провода, провогенератор. Электричество, наверное, тоже мне пока... Хотя вот ради холодильника можно было бы электричество сделать. Производство. Цемент, вот тебе, пожалуйста. Вот топорик, смотри какой. А вот они, эти инструменты, которые у того чувака есть. Это уже сталь, получается, идет. Железный слиток. Порошковый флюс. Порошковый флюс я тоже где-то видел. Где-то он тут у меня встречался. В химии, по-моему, был порошковый флюс. Ну, был где-то порошковый флюс, точно. Я видел же его здесь. Ладно, так. Ну да, получается, сюда мне, конечно, пока путь закрыт. Готовка сырого мяса насекомых. И соль. Угу. Украшения. Но это нам пока не надо. Защита вот тоже. А, вот такая у него тоже броня. Получается, у того чувака. То есть у него стеганая броня. Угу. Но я броню изучил, по-моему, тоже, да, на 100%. Если... А, нет, я ее не... Давай ее, наверное, изучим. Тоже так вот полностью. И перейдем во второй ранг. Здесь откроем исследовать. Да. И стеганую броню тоже себе изучим. Блин, где телефон? Сейчас, ребят, секунду. Так, продолжаем. Здесь провод нужен. Это шахтерская каска. Видимо, она освещает перед собой путь. Кожаная броня. Блин, какая кайфовая. Дубленка, мех, нитки, кожа, нитки, клей. Но я это, в принципе, наверное, могу сделать. Стеганая броня, кожаная броня. Пиратская шляпа, шлем пилота, ковбойская шляпа. 20 очков. Ну, я могу, в принципе, как-то вот так это все сделать. Фермерство. Что у нас дальше? О, тут уже, смотри, какие-то патроны у нас идут. Лазерный прицел, двухствольный... Ой, снайперская винтовка. Вот это я бы хотел, конечно. Медицина. Здесь бинт, да, обезболивающее. Какие-то токсины есть. Тоже достаточно интересно. Рыболовная ловля, украшения. Но это мы уже все смотрели. Так, хорошо. Значит, у меня теперь открыто строительство. Я могу, по идее, улучшить. Мне надо 10 слитков. У меня 7 есть. Мне надо еще 3. Они, по-моему, здесь делаются у меня. Да, отлично. Какой я молодец. Я как знал, блин. Я как знал, блин. Улучшаем. Все, у нас второй уровень нашей точки контроля. По идее, у меня теперь больше радиус. Мне надо теперь сделать инструменты, чтобы были вот такие железные, чтобы лучше было, чтобы я быстрее строил. Ну, или чтобы они медленнее изнашивались, как-то так. И вот здесь, кстати, сырое мясо насекомых у меня есть. Если я его съем, я сразу умру, поэтому... А, нет, у меня будет выносливость сразу в ноль, если я его съем. Поэтому его лучше не кушать. Значится, мне доски нужны. Мне нужны доски. Делаем. Делаем доски. Максимальное количество. После него делаем инструменты. И смотрим, что у меня по строительству сейчас имеется. Каменная стена. Вот она. Мне нужна глина. Глину я, по идее, могу накопать. Вот здесь рядышком. У меня есть куча глины. Вот тут вот.
Вот это же глина. Ну, я думаю, что логично, если это будет глина. Берем кирку. Наверное, кирку это делается быстрее. Да, это глина. Ее здесь очень много. То есть, и она достаточно быстро копается. Я могу здесь глины сейчас насобирать очень много. В принципе, камня тут тоже у меня очень много. Да и у меня, по-моему, в наличии камня много. То есть, я думаю, что я смогу сейчас какой-то... Ну, может быть, не полностью сделать себе каменный дом. Точнее, переделать. Но хотя бы какую-то часть каменную, я думаю, сделать смогу точно. Это значит, что меня зарейдят прям, ну, очень нескоро. Я так думаю. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, есть тут, конечно же, игроки, которые уже играют давно, которые все знают, у которых есть там супер-пупер оружие и так далее, которые там за два выстрела смогут пробить стену. Ну, а смысл им это делать? У меня нету ничего, чтобы им могло понадобиться. Значит, каменная стена. Да, действительно, у меня очень много всяких ресов. То есть я могу прям продолжать делать что-то каменное. Я бы вот прям вот так вот вокруг бы просто сделал каменную вот так вот. Такой типа каменный забор, да? И все. И мне кажется, этого было бы достаточно. Но тогда я не смогу вот здесь вот ходить. Понимаешь, в чем прикол? А, я ж... Фу, блин, почему я не смогу? Смогу и все там ходить? Что за глупости какие-то? Ну да, конечно, ресурсов тут надо будет прям очень много. То есть вот это все, если застраивать, прикинь, камнем. Камня надо очень много. Но с другой стороны, один раз сделал и все, и будешь играть дальше уже в свое удовольствие. Не париться, что кто-то тебя там зарейдит. Ну, типа, какой-нибудь бомж, какой-нибудь нуб придет и тебя зарейдит. Скорее всего, нет. Тут что-то лежит, да? Так, а почему? Ага, вот, все. Так, здесь тоже у нас какие-то кустики. Тоже собираем. Здесь дерево, его надо вырубить. Так, здесь у нас камушек, здесь тоже кустик, здесь тоже дерево надо вырубить. А, блин, вот это жалко, что здесь. Ну ладно, придется от этого тоже избавиться. Две ветки всего лишь выпало с этого. Так, далее, там все окей наверху. Далее, тогда переходим дальше в строительство, каменную стену выбираем, продолжаем ее делать. Так... Входы я, понятное дело, оставлю. Пока оставлю один вход вот здесь. Потом нужно будет сделать парочку, наверное. Типа один здесь, один здесь. Вот. То есть как-нибудь, наверное, вот так. Сейчас, подожди. А как мне убрать? А, вот, подожди. Разобрать. Вот так, да? Оп, все. И с той стороны симметрично тоже сделаем. Получается, вот эту стеночку. Нет, вот эту. Во, вот так. И здесь уже будем делать тогда дверь. Ну, дверь там железная будет у меня, по идее. Подожди, а я же ее изучил, по-моему, нет? А, нет, я ее не изучил. Так. Железная... А, мне цемент здесь, сухая смесь мне здесь нужна. А сухую смесь я, наверное, сделать сейчас не смогу. Производство. Ну вот она, сухая смесь. Мне нужно производство первого ранга. Производство первого... А, ну тут чуть-чуть осталось. Вот так, так, так. Все, готово. Производство, цемент, исследовать. Да, цемент. Окей, все. Значит, а чтобы цемент сделать, мне нужно... Что? Я не знаю, что. Сейчас будем смотреть. Глина, песок, камень. У меня вроде бы все это есть. Глина, песок, камень. Глина, песок, камень. Ничего. Так, тут ничего. Где, блин, теперь это? Где? Вот он, цемент. О, отлично, слушай, отлично. Делаем. Глина, песок, камень. Глина, песок, камень. Так, металл забираем, железо. Это забираем, это забираем. Древесный уголь. Уголь. Хм.
Тут еще какие-то разные угли есть. Так, это мы сюда, это сюда. Это мы кушаем. Это мы все пока оставим. Мех откуда вот у меня взялся? А, ну, видимо, с какого-то живого... А, с волка, наверное, выпал. Так, глина. Песок. Песок, 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 песок. И камень, 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 камень. Все, погнали. Делаем сухую смесь. Пока она делается, ребят, я побегаю сейчас еще пофармлю песок, глину. Вот это все побегаю. Вот, и уже дальше продолжим. Но это как-то вот так вот у нас идет производство каменной стены. В принципе, быстро, то есть ничего такого долгого. Глина единственная быстро заканчивается. Ну, то есть камень условно найти можно вообще без проблем. А глина спавнится только раз в игровые сутки. То есть, например, я условно ночью глину собрал. Мне нужно ждать следующей ночи, чтобы в этом карьере глину собрать снова. Вроде бы это работает как-то так. Но я сейчас буду строить себе еще больше печей для выплавки. Вот, строить их буду вот здесь. То есть я сейчас вот здесь вот построю часть стены, чтобы сломать часть своей деревянной стены. Я надеюсь... А, мне не хватает немножко. Собака ты такая, немножко не хватило. Ладно, заходим. Там вроде бы все равно я смогу какую-то часть... стену брать. Вот единственное, что... А как вот мне теперь эту стену стеночку удалить-то? Деревянное и другое. Построить. А, подожди, там лом есть. Вот, используйте лом для разборки. В верстаке. Все. Я еще думаю, зачем мне лом будет нужен? Он мне нужен для того, чтобы ломать. Это же лом, правильно? От слова ломать. Логично же. Все же логично в этой игре. Все логично и просто. Лом делаем, чтобы ломать. А, значит, это мы... Простой набор инструментов. Мне бы куда-нибудь выкинуть бы вообще его нафиг, чтобы его здесь не было. Вместе с вот этими инструментами тоже нафиг куда-нибудь сжечь их просто. Так, берем лом. Лом у нас на девяточку. Подходим. Вот, разобрать. Оп. Да ладно, тут еще и время надо, чтобы все это дело разбирать. Ты серьезно? Ну вот, короче, вот это я хочу сломать. Вот эту вот, получается, стеночку. Оставим только каменную. Если кто-то захочет сюда войти, он в любом случае войдет. И через каменную, и через некаменную. Поэтому особой разницы нету. Ладно, пока так оставим. Значит, теперь оплавильную печь передвинуть я не могу, да? Я могу ее тоже только сломать. Ах ты ж, блин. Я могу передвинуть ящик. Или подожди, а как? А, вот, перемещение. Все, починить, переместить. Переместить, можно переместить. То есть вот сюда мы ставим. И сюда я хочу еще поставить две плавильные печки. Значит, мы переходим в крафтинг. В строительство, точнее. Питание, производство, плавильная печь. Очень много камня надо. Очень много надо камня. Делаем вот так. Это мы тоже переместить куда-нибудь вот сюда. А далее мы берем дальше ломик. Надо все-таки тут немножко еще поломать все это дело. И сейчас я тогда пойду еще за камнем. Потому что камень нужен, блин. У нас сейчас, типа, знаете, условно такая эпоха камня. Наступила эпоха камня. Закончилась эпоха дерева, теперь эпоха камня. А, кстати, вот я разбираю, да, я ресурсы возвращаю. Видимо, не все, но какую-то часть. Ну, доски, камни какие-то возвращаю. В любом случае, это все равно хорошо. Так, это я тоже сделал, кстати, смотри, винтовку, всякие патроны. Это мы сделали. Ферма у меня осталась и источник воды. Источник воды я тоже потихоньку делаю. Тут вот изготовить пустых бутылок надо, 5 штук. В целом все будет у нас окей. Вот, ну и мне нужна глина. Вот, смотри, я, получается, собрал глину ночью. Если я пойду сейчас сюда, то глины здесь, по идее, не должно быть. Да, видишь, глины нету, потому что я ее собрал здесь ночью. Возвращаемся обратно тогда.
Значит, строим... А, во-первых, надо покушать. Вот это вот скушать. Во-вторых, сюда идем, берем инструменты. А, мне камня не хватает, да? Здесь у нас цемент. Вот, кстати, который мне был нужен. Там мы все собираем. Значит, бревна я... оставлю здесь, пускай они лежат тут. Глину я заберу. Песок я заберу. У меня, блин, места нету. Вообще нет места. В инвентаре. Мне надо куда-то что-то скидывать, чтобы где-то что-то делать. Да, мне бы что-то бы из еды бы еще замутить. Можно попробовать здесь, может, грибы какие-то сделать. Не знаю, вот так, например. Пускай делаются грибочки, жарятся. Потому что грибочки у меня-то тут есть. Можно сделать эти снадобья. Для отхила. Ну да, в принципе, могу сделать эти снадобья для отхила. Я тогда и уберу нафиг. А снадобья делаются у нас где-то, по-моему, на кухонном... Да, вот, на кухонном столе. Максимально 5 штук могу сделать. Тут лично 5 штук, это достаточно неплохо. То есть у меня еще 3 есть. То есть у меня 8 лекарств из трав. Это хорошо. Мне нужны какие-то ящики, чтобы складировать. То есть что-то такое... Может быть, хранение... Вот, железный ящик. Кстати, я могу его сделать. Железный ящик где-нибудь здесь. Пока я его просто так воткну тут, пускай будет. Прям в центре пускай стоит. Открыть. Вот, тут уже побольше ячеек. Вот сюда я могу, допустим, нефтянку эту сложить, веревки сложить. Веток полный стак можно сложить. Золотые самородки, ничего себе. Древесный уголь, уголь. Ну вот древесный уголь можно оставить. Каменный нож, гниль я тоже. Огурцы можно, семена. Кости, наверное, тоже оставлю. Волокно, это мы все оставим. Кожу оставим. Медная руда. О, у меня появились зерна кукурузы. Прикольно. Цемент, веревка, бумага. Бумагу тоже можно скинуть. Так. Вот этот полный стак я тоже оставлю. Все, теперь мы идем сюда. А, они же сразу отправляются мне в инвентарь. Да, все правильно. Так, тогда, подожди, с едой. Грибочки, где я делал? Я делал грибочки вот здесь, по-моему. Да, давай мы еще закинем сюда грибочки. Пускай тоже штампуются. Немножко веток, нет, немножко веток, пожалуйста. Не надо туда скидывать миллиард этих веток. Пускай как-нибудь там, не знаю, вот так вот хватит, я думаю. Все, значит, здесь окей. Цемент у меня имеется. Цемент мне был нужен, чтобы сделать железные двери. Мне их надо на минуточку 2. Нифига себе, там надо 20 слитков. 20 слитков, офигеть. Нет, у меня, в принципе, я могу их сделать, но это просто займет очень много времени. Использовать 20 слитков. Так, цемент, все, я пока цемент делать не буду, я перейду на железные слитки. Вот так, выбрать. Все, пускай у нас... Блин, у меня железной руды мало. Так, ну мне, короче, надо тогда бежать сейчас, собирать камень и собирать железные слитки. У меня топор опять... точнее, не опять, а впервые, в общем, ломается железный топор. Окей, тогда сейчас я что сделаю? Я тогда сейчас, наверное, ребят, побегу... А почему тут не могу пройти? Я сейчас побегу... добывать все это дело. То есть добывать камень, добывать, ждать, пока у меня появится глина. Потому что глину вроде бы я могу добывать только здесь. Вот, у меня только одно глиняное место. И понятное дело, что можно побегать, поискать еще где-то, да. Но пока что самое такое близкое, только одно у меня такое местечко. Вот, поэтому сейчас, вот видишь, глины нету до сих пор. То есть, по всей видимости, мне надо ждать... пока наступит ночь, чтобы у нас опять здесь заспаунилась глина. Вот, поэтому как-то так. На сегодня тогда будем заканчивать. Ну, в целом, прикольно. Вроде бы развиваемся быстро. И вроде бы все даже хорошо у нас. Никто нас не рейдит. Все окей. Будем продолжать. Ставьте лайки, не забывайте, ребят. Это очень важно. Подписывайтесь на канал. С вами был Коровит. Всем удачи и пока.